Без тебя, словно во сне, горю я, без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне, хоть точечку ты напиши. Качество стало намного лучше. Короче, когда ты собрал этот мотоцикл? Минуту назад. Ну, на самом деле... Это пиздобойство. Аморты ижевские. Спорт. Вот эта вот красная штука. Звездочка самодельная. Разве? Да, это самодельная. Ага. Короче, скидываемся на... На резину. На резину. И на амортики. Ну, заднюю можно так оставить, ему пофиг, в принципе. Вот перед, смотрите, здесь что. Нитки, видать. Потом и, что? И желательно обод. Ну да, весь ржавый, погнутый. Но, в принципе, это ничего страшного. Короче, самое главное, это у нас здесь. Вот это вот. Что еще? Бак К-16. Это свинный бак. Извиняюсь, бак от совы, двигатель от Планеты Спорт, цилиндр от К-16. Планет Спорт. Все-таки, да? Да, 70. Короче, двигатель полностью от Планеты Спорт, это... Планета Спорт. То есть все-таки все от Планеты Спорт. Да. Просто Никита хотел... Только колечки жигулевские. Просто Никита хотел ставить цилиндр от К-16. От К-15. И головку К-15. Да. Вот такой вот выхлоп идет. К-16. К-16. Супер. Буфер самодельный. Сами варили. Да? Да. Так, вот там все черное. Потом что? Здесь вот такая вот штука, открывай. Здесь будет фильтр воздушный. Он уже есть, катушка от Альфы стоит. Катушка от Альфы. Получается, что тут еще? Вот где-то она вот там вот стоит. Вон она. Ну, расскажи, что тут по... Вообще, что тут? Фокус пропал. А, нет, появился. Сальники новые. Сальники новые. Подшипники новые. Хорошо. Мотор полностью откапиталин, да? Почти. Почти. Шатун, самое главное, сваренный. Сваренный шатун. Из старого шатуна. От верхняя головка шатуна от Планеты Спорт, нижняя головка от Планеты Новая. Вот. Дальше что? Ты как-то раньше рассказывал про мотоцикл более это... Карбюратор будет стоять китайский Микуни. Китайский Микуни, он уже едет из Китая, с Алиэкспресс. А, китайский. Самое главное китайский. Что у нас появилось по новой по ходовке, конечно же. Ходовка, вилка от Планеты Спорт у нас стоит. Вилка К-16. Извиняюсь. Поддисковый тормоз. Да, поддисковый тормоз здесь вот. Ты будешь ставить дисковый тормоз? Да. Чтобы делать стоппи? Нет. Ну ладно. Такие вот колхозные дела здесь все. Вот. Ну, в принципе, ремонтик выглядит... Достойно чем... Ну, я не буду говорить. Чем что? Чем? Не буду я говорить. Ну, говори. Нет. Я потом вырежу. Не хочу этого человека говорить. Скажи на ушко. Ладно. Короче. Свечка. Да. Краник новый. С Явы. Подожди. У меня фокус пропадает. Китайский вот. Краник от Явы. Китайский краник от Явы. Да. Потом свечка у нас идет от... Ну, какая-то тоже китайская. Да. Чё? Что? Ну, чё ещё расскажи, что тут еще колхозного разных мотоциклов стоит? Так, этот рост сцепления от девятки. Но он сделан у нас под тормоз. А, это тоже сцепление, да? Но. Угу. Колесо от 125-ки. От чего именно? От ЧЗ-125-ки. Колесо заднее ЧЗ-125, переднее колесо от тоже ЧЗ-то, да? 250. А 250 от ЧЗ-то. Получается 21, 18, да? Да.
21-18 колеса. Ну, короче, половина сердца от ПС, начинка. Рама ПС обычная. А так все, ходовка, вот это все от К16. Да, бак можно. Тоже. Что бак можно только поменять на более меньше. Ну, посмотрим. Ну, какой... так-то и так, в принципе, выглядит нормально. Если расход меньше будет, можно и бак поменьше сделать. Какой-нибудь пластиковый, обычный, легенький, нет, да? Нет, там какой-нибудь от кросса. Потом вот это вот здесь будет такая штучка. Возможно. От Фидбайка. Это не точно. Ну, это если я Никите отдам. Вот. Ручка сцепления от Фидбайка, да? Да, от Каю. Потом короткоходная ручка газа еще от прошлого проекта осталась. Мы говорили вроде об этом. Что еще? Даже нечего говорить, да? Что там подъещу? Там все в маске. Там все, в принципе, вот двигатель весь Никита почистил. Почти сухой. Чистенький весь. Сейчас выглядит красиво зимой. Вот. Ну это да, пока что. Глупо. Я удивился вот этому вот наклонению немного. Я вот первый раз вижу на мотоциклах это вот. То, что здесь получается... Здесь должна быть эта фигня идти, как она, кожух типа, да? Здесь должен быть плавник, по сути. Но его нету. Да. Педаль тормоза от... Также ПС, да? Или нет? Ну, это... Как она? Ну, лапка самодельная, можно сказать. А, самодельная. Окей. Так, вот здесь все получается. Идет гушак, вот отсюда он идет туда. Тут получается... Самое главное у нас это наклейки. Да, ёжик. Так, да в принципе все. Я не знаю, какой-то короткий получился обзор. Да? Да. Сейчас бы еще прокатиться, но у нас Карп едет из Китая. Он приедет где-то через месяц. Я вот не знаю, сейчас выкладывать видео или... Вот этот фильтр я подарю Вове. Зачем он мне? Не знаю. У тебя же все постоянно карбюратор зацеливается на Хонде. Ну, ладно. Короче. Мы в итоге тогда катили, когда у него все засорилось там. И бенз не сосай, масай. Ладно. Так. Вот я сейчас выложу в на Ютубе. Сидушка, если что, самодельная. Это из вроде от планеты. От планеты пятой, да, у тебя осталось что-то здесь? Тут только чехол от планеты. Да, чехол от планеты. Там все самодельное ложка. Набивка, это тут, все. Тут фанера. Фанера, а набивка тоже там, да, от планеты? Нет. У тебя осталось. Просто поролон. А, поролонка даже. Короче, на сидушках здесь будет крыло стоять. Да, и самое главное, переднее крыло. Крыло... Такое вот. Че? Отчизеты. Ну, короче, вот такой вот получился проект. Я сейчас, короче, на YouTube выложу и спрошу, сейчас выкладывать видео или ждать, пока мотоцикл запустится, снимем, как он поедет, и потом уже выкладывать. Но видео было вообще у нас... Месяца 2-3 назад последнее видео вышло, да. Так что я думаю, лучше... Да сделай, выложи сразу. Да, лучше сразу выложить, но я все равно спрошу. Ну, то, что первый раз он поедет, я тоже буду по-любому выкладывать. Да, что... кстати, вот еще самый... На гвоздички. Я только что увидел это. А ремень, не знаю, от аккумулятора... мотоцикла, мотоциклета. Капец, а он держится еще как-то, да? Да, он держится. Ну, блядь, ну, на ходу, я думаю, не отводится. Можно фару, конечно, приделать. Я вот то, что и говорю. Ну, хотя бы здесь дополнительную фару, одну маленькую поставить, чтобы ну, тоже... Же, так, это сейчас можно на многодневку ехать. Куда? Не на кросс, не на многодневку, получается. Наверное. Ну, фара есть, получается, многодневка. В дальняк. Да, в дальняк. До Москвы. Лишь бы шатун не оторвало. С собой надо ну, просто брать все. Че, дети? Ну, я думаю, это лето будет очень насыщенным и интересным. Буксаторы стоят. Буксаторы. Перед зад буксаторы стоят.
Ну, по заводу. Ну, короче, можно сказать, это намного лучше, чем вот, который был СМБ. Да. Как минимум, здесь рама нормальная. Тут ни кривая, ни рама, ничего, все нормально. Так что вот, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вы оцените этот проект. Даже Никита на следующий день продаем. Да-да-да. У нас, я надеюсь, еще один восход будет кататься. Наверное. Если там сальники будут целые. Надеюсь, Роман Илларионов его сделает. А точнее мы. Ну, так не надо говорить. Ну ладно. Короче, подписывайтесь. Подпишешь. Нет. Нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем. Пока-пока.